Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим одну из задач по геометрической прогрессии. Итак, в геометрической прогрессии А5 равно 4, А7 1 четвертая. Известно, что знаменатель геометрической прогрессии число положительное, надо его найти. Ну, на уроках вы, наверное, решали такие задачи при помощи системы. Я расскажу, как эту задачу решить намного легче. Итак, чтобы из пятого члена получить седьмой, надо два раза умножить на q. А пятое умножить на q, а шестое на q – это а седьмое. То есть между седьмым и пятым членом у нас с вами присутствует 2q, это q в квадрате. Значит, чтобы это получить, надо а седьмое поделить на а пятое. Давайте считать. А седьмое поделить на пятое – это 1 четвертая поделить на 4. Я сразу поставлю в знаменателе единицу. Итак, 1 четвертая умножить на 1 четвертую – получаем 1 шестнадцатую. Отсюда q в квадрате равняется 1 шестнадцатая, то есть мы получили простейшее уравнение. Q первое, извлекаем корень из 1 шестнадцатой, 1 четвертая. Q второе, это минус 1 четвертая. Но дело в том, что нам нужно, чтобы Q было положительно. Значит, последнее не подходит. И ответ в нашем случае это 1 четвертая. Спасибо за внимание.